Уважаемые жители Московской области и наши гости, в Подмосковье действует режим повышенной готовности в связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции. Лицам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, необходимо строго соблюдать домашний режим. Исключите любые внешние контакты. Не собирайтесь группами. Не создавайте очаги распространения вируса. В случае нарушений санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое заболевание людей или смерть, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет. Помните, что даже здоровые люди могут переносить инфекцию. Берегите жизнь своих родных и близких.